буквица В. Виктория. Победа. Но на самом деле это вот такая конструкция. Ребята, всем, наверное, знаком вот этот знак за последнее время, за последнюю неделю. Поясню, что это такое. Это вот типа буква Z. На самом деле это ЗИК, 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 Z, ЗИК. Это мера времени и разность потенциалов. Вот если по букве рассматривать, то вот это вот горизонталь. И это горизонталь. А вот это вот диагональ, это и есть разность потенциалов. Но тот, кто сейчас ее выставил, он воспринимает вот эту вот диагональ в плоскости. На самом деле это вот такая руна. Вот такая руна. То есть вот в этом месте посередине неочевидные свойства этой конструкции, которая, конечно, сыграет свою роль. Ну, я так думаю, что вы теряете время. Ну, если, конечно, осознаете его. Если не осознаете, то вам, конечно, все равно.